подрисовать губы, куда рисовать. Мы снимаем видео. Мы пытаемся сделать, тут понимаешь, это кадр. А, вот, удачный. Да, удачный кадр. Это 2 часа уже сделано, не получается. Освещение получается, не надо. Освещение не очень хорошее. Ну, в общем-то, мы в процессе. И мы на Vega Boom, где мы готовимся к нашему фестивалю. Это наша первая фотосессия только, так что... Vida Art Day. Искусство отношения к благости. И это хорошее начало. Вот мы полагаем хорошее начало через наши одеяния, костюмы ведические. Это то, где мы будем. Вот в таком виде мы как раз будем и приглашать их. Эй, друзья, улыбаемся. А вам знаете, что можно? Вера, вам можно быстрее сейчас косыночку одеть. Не будет видно. Косыночку надо было водить, не будет видно косыночка. Найти по цвету любую. Ну, под цвет такой вот, или оранжевый, или синенький, да? И будет очень классно, да? Очень классно, она как бы закрывать вашу короткую стрижку, не будет видно, что у вас... Вы как будто будете как это, как девушка, ну, в благости, благочестивая девушка, которая одела косыночку, все очень хорошо. У нас же матыши одевали косыночки, правильно? Ну, конечно, да. Надеюсь, что так, что вот, все так хорошо получается. Вы кто такие? Я не понял, вы откуда взялись? А вы кто такие? Вот так вот. Как зовут вас, матушек? Справа? Мария. Марифея. Меня зовут Марифея. Эй, Марифея, Ярослав Мудрый и... Вера, Надежда, Любовь. Отлично. И Вера. С вами Вера, Надежда, Любовь. Марифея. И Ярослав Мудрый. А вместе мы Vida Art Day. Vida Art Day. Искусство отношений к благости. Друзья, увидимся с вами через... 2 месяца на фестивале Vida Art Day. Искусство, развивайте искусство отношений к благости, стройте отношения этично, экологично и целомудренно. Соединяйте сердца и души. Мы помогаем вам соединять сердца и души этично, экологично и целомудренно. И еще раз, мы помогаем вам соединять сердца и души этично, экологично и целомудренно.